Здравствуйте. Представляем вашему вниманию фетальный доплер Baby Sound А. Выпускается компанией Contec. Вот такая вот коробочка. Нарисована маленькая девочка, беременная женщина, животик. Штрих-код, серийный номер. Вот что это модельчика А. Baby Sound две модельки А и Б. А без дисплея, Б с дисплеем. Вот это модельчика без дисплея. В комплект доплера входит инструкция. Инструкция на английском языке, а также мы даем инструкцию на русском языке. Гель. Такого геля хватит на 7-10 использований. 30 мл здесь. Наушники. И такие вот мягенькие вкладочки для наушников. Кабель, который подключается к доплеру и там, гарнитуре, колоночкам. Можно его подключить для выведения звука. И сам доплер. Доплер бывает розового цвета, бывает синенького. У нас в основном всегда розовенькие. Такой вот доплер. Датчик встроен в сам приборчик. Отсек для батареечек. Работает от двух батареек 3А. Батарейки у нас всегда входят в комплект. И главное, когда вставляете батареечки, чтобы шнурочек был под низом, чтобы легко было доставать, как здесь вот у меня. Два аудиовыхода. В комплекте входят одни наушники, но можно слушать вдвоем. Для одновременного прослушивания очень удобно. Можно вставить вторые наушники. И вот кнопочка включения-выключения и регулировка громкости в одной кнопочке. Включили, повернули, чтобы усилить звук. Вот такой вот доплер. И загорается при включении зеленый индикатор. Очень удобный. Для того, чтобы, так как не имеет дисплея, для того, чтобы узнать, какое количество в минуту, то это с помощью ручного счета приложили, услышали сердцебиение, засекли количество времени, например, 20 секунд, посчитали, какое за 20 секунд было сердцебиение ударов, и, соответственно, умножили на 3, чтобы получить количество ударов в минуту. Такой вот простой, компактный, недорогой фетальный доплер.